Прокуратура области проверила исполнение законодательства о государственной социальной помощи детям-инвалидам. Установлено, что четверо детей по решению врачебной комиссии признаны нуждающимися в лекарственной терапии и обеспечении бесплатными медицинскими препаратами. Вместе с тем, прокурорская проверка показала, что региональное министерство здравоохранения несвоевременно осуществило закупку и обеспечение детей жизненно необходимыми препаратами и устройствами, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов. Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле прокурора Иркутской области.